Так, смотрите. Это Зельда. А это Леголас, по-моему. Ну ладно. Я думала, что так будет. О, господи, мне вот это очень нравится, посмотрите. Куплю себе меч. Вот это. Нет, пожалуйста. За 299 робоксов. И Ёше придется бежать от меня очень... Всем привет, котята, меня зовут Лана, и сегодня мы пришли поиграть в очередную залипаловку. А что здесь будет? Мы будем угадывать неправильное или же странное лого. Ну, тут вроде... Спасибо большое, кто нажал. Вот это вот тоже мне нравится. Типа, ну, смысл как бы похож, но немножко да. Это везде такой будет уровень сложности. Серьезно? Среди птичек спрятали телеграм. Кстати, у нас есть телеграм-канал. Внезапно, в описании, да. Там наша телега. Да, можете посмотреть. Мне не нажималось почему-то. Так, а ну почему пока здесь что... как-то непонятно. Странный ну, выбор. Ну, может, это самые легкие пока что варианты. Да пока что-то совсем лайтово. Ну, смотри, их вроде становится... Это что за инстаграм такой? Так, 10 уровней. Да подожди. Куда ты бежишь? Ну стой, ну Ёши. Ну все. Я, может, разглядеть хочу. Опа, смотрите, а уже посложнее. Ничего себе, вот это сложность. Её видно, конечно. Чуть-чуть отличается, да. О, секундочку. Вон. А, я сначала смотрю, что они все кривые такие. Ну нет, там есть. Видишь, все, теперь можно разглядывать. И давайте вот никто раньше времени не... А, ладно, это было легко. Раньше времени тут никто не нажимает. Легко. Тут тоже легко, да. Но в принципе а можно... Тут? Ой, вот же он. Слушай, сколько здесь стадий? Я просто боюсь, что мы очень быстро пройдем. Как считаешь? Да, но есть еще игры с логотипами. Ой, Да ты... Да, ой. Так, ты что ты делаешь? Ну вот этот же Ютуб, да? Да, вот этот. А что с ним не так? Он просто чуть шакальный и все. А это шакальный логотип чей-то? А тут вообще все шакальное. Это логотип? Нет, это сердечко. Ну, это просто... Так надо же логотип отыскать. А это Shell. Блин, но они... Ну вот они могли просто одну это, там чуть-чуть это как-то... корона из этого императора. Здесь неплохо, смотри. Действительно. Слушайте, да я, подождите, вот пока не нажимайте, я просто представляю, человек приходит такой в магазин, вот он, там вот Липтон какой-нибудь, напиточек, да, а тут вот Лейс, и он такой, блин, ага, они же одинаковые. На то. А что? Да, не знаю, как догадались это... Не, ну похоже. Да похоже, но почему? Почему они пытаются нас... ну это совсем, но это неуважение какое-то. Это же не логотип. Ну, во-первых, не логотип, а во-вторых, 25 уровней прошло. А, слушайте, там очень много уровней, ладно. Давайте ускоряться. А где? Вон справа. А, вот, вот развернутый. Ну да. Но он такой же... О, подождите, такой уже был. О, елочка какая детализованная. О, Дискорде, кстати, у нас... Куда? Ну, спасибо. Ты куда? И что это вы... Я ничего не делала. Кто-то меня пнул из вас. Я просто шла. Я ничего не делал. Кто-то из вас определил. Дискордик у нас тоже есть. Ой, тут я даже не увидела ничего. Ладно, придется теперь мне самой проходить, потому что ребята очень убежали очень быстро. А как ты вообще успеваешь? А ты что, закрыл собой и решил пройти? Подожди, а я вот здесь не вижу уже. А, ладно, вижу. Я думала, что так будет. О, господи, мне вот это очень нравится, посмотрите. Это, по-моему, лучший логотип. Лучше бы он вот так выглядел. Господи. Вообще класс. Вообще класс. Так. Да, прикольно. О. Слушайте, а я... Здесь полюбас злой будет челик. Где он? Я пока не вижу, ребят, вы видите? А я тоже не могу найти. Вот так подловили. Секундочку. А может быть, здесь один глаз или там один рог? А, нашла! А, они все один... Вот тут. А, действительно, вот он. Ха-ха. Вот этот гораздо легче, чем предыдущий в том было. Ну да. Так, о, вот такой мы уже видим. Я хотела сама найти, ну ладно, я тоже нашла. Ну ладно, тут тоже нашла. А тут? А тут, мне кажется, без листика будет. Да. Ага. Вообще полностью. Ну тут тоже легко. Тут вообще да, решили сразу видно передохнуть нам дать. Тут тоже почему-то. Да? А на кого это рассчитано? Там, да, там было. Так, вот здесь вот уже интереснее. Что-то как-то... Понятно. Я даже не разглядела! Нашел. Так ты вернись. А можно я буду разглядывать и тыкать? А если я не ткну, давай, тогда уже вы будете помогать. А вернуться помогать уже нельзя. Хорошо, да, хорошо, вернуться конечно уже нельзя. Ой, а где был... А, нашла. Слева. Так, я тут еще не успела разглядеть, но мне кажется, тут... О! Я же попросила! Это не я.
это не я. Я случайно тыкнула, я не думала, что я попаду. А, да, действительно. Так, ну тут видно, ой, какая милашка. Они все милашки, но это тоже прям миленькая. Опа, пицца с одной просроченной колбаской. Здесь? Ай-яй-яй. А почему называется логотип? Вот что-то логотипов как-то больше нету. Ну вот, да. Ну, они были в самом начале, а потом. Ну, типа, для того, чтобы назвать игру, достаточно, да? Ага. Не, ну тут, ну, как бы, а могли сделать, ну, блин. Так, быстро 50 прошли. Вертолетики. Да, вертолетики. Ой, это не только и рыба. Рыба тоже вертолет получается. Вот этот перевертый. Ну, какие-то они. О. Ну, блин, ну что, серьезно? Так. Секунду. А, просто чуть отличается. Ну, допустим. Ну, тут тоже вот все просто. О, сразу, да, глаз упал. А здесь? Вы вот иногда с собой закрываете, если близко подходите. И немножко я не ухожу. Видно. Вот как раз, Ёша, из-за тебя было вот эту вот штучку. Ужас какой. А вот тут вот видно. А вот тут вот. Непонятно. Вам понятно? А, понятно. Пока непонятно. А, понятно. Я тоже увидела в последний момент. И тут тоже понятно. А тут кто-то будет... А, кто-то плачет. Ну, а тут? Черепок просто. Тут надо под другим углом. Ага, смотреть. Опа, Facebook перевернули. О! Ой, я, кстати, себе такие кроссовочки недавно купила. Вот прям кроссовочки, а не кеды. Ого. Только теперь я... Круто. Да, это какие-то новые. Ой, а там предатель какой-то. Один затесался. Опа, двойная яичница. Там какая-то большая порция кому-то. Получилось. О, у мыши нос забрали! О, нет. Ой, я думала, она цветом отличается. Бедолага. А, ребят, прикиньте, я вот видела эти перевернутые носки, подумала, что весь ряд носков перевернут, и такая, типа, ну а зачем вы перевернули носки? А показалось, что все оказывается... Кстати, вы знаете, что вот этот... Ёша, а ты проходишь? Ой, да. Вот этот логотип, я знаю, что это за логотип, но он напоминает носик кисика. Это правда. Да? А мне бычка. Посмотрите. Ну, в смысле, да, посмотри. Ну, может, и бычка, но главное, такого животного, у которого такой носик. Ну, это да, это понятно. Вот, это носик. Скорее, даже носик капибары, я бы сказал. Ну, возможно, возможно, да, действительно. Так, а тут... Я, кажется, вижу. Ёж, вот ты... Вот... О, секунду, не этот. Нет, с другой стороны. Нет, вот. Справа. В смысле? Так он же... Чуть другой. Капец они, обманщики. Вот тут тоже смеется по-другому. Ой. Так, ага, вот ты. Не такой замерзший. Слушайте, а будет сложнее, мне интересно. Вот так, что прям маленькой какой-то штучки не хватало. Ну, тут довольно вроде сложно. Или просто не сразу. Я буду от первого лица. Да, вон наверху. От первого лица понятнее. Ну, конечно, если никто не будет подходить прям сразу. Все, я отошел. Я мешаю? Хорошо. Ну, просто тут и так мешает реклама по бокам приложения. Вот это вот. Купите себе там что-нибудь. Угу. А, слушайте, я не... вижу, вот он. Капец, он спрятался. Ну, тут вот без большого пальца. Угу. Тут опять нам вроде сделали полегче немножко задачу. Вы видите? Я буду так, чтобы ребята тоже успевали что-то угадать и посмотреть. А, вот он, персик. 75 уровней, мы реально 75 уровней уже прошли. Ага. Так, да, вот. Да, незаметно. Помидорчики. Сеньоры помидоры какие-то, а где? А это не яблочко случайно? Кто яблочко из них? Может, и яблочко. Ну, в смысле, это как будто бы не помидорки. Издалека как будто бы... Ой, помидорки, вот это что ли? Да не такое же вроде. А кто не такой? Я тоже не нашла пока. Может, без листика, опять же, как они любят. Действительно, без листика, вот оно! Обалдеть. Так, а что у нас тут? Ёша, ну ты чё? А, чё? Вот я вижу. Я думала, ты мне закрыл нужный вариант. Нет. А ты находишь, когда ты подходишь, да, типа? Чтоб я знала или как? Да нет, просто подхожу. Угу. То есть, если ты нашел, ты подходишь, да? Это вот такой вот. Да. А ты не закрываешь нужный вариант при этом? Нет. Только что мне показалось, что я что-то видела. Чувствуется пакость в голосе. Ну, а вот если посмотреть, где я стою. Там рядышком. Ну, ты бы еще вот сюда вот встал подальше. Я идеально там встал. Я сразу нашла. О. Ты отвлекаешь тем, что ты подходишь. Ты чё, ты серьезно? И зачем ты к нему еще поближе подходишь? Я начинаю сразу смотреть не туда, куда ты встал. Такой вот подсказки мне так вот не очень нравится. Я нашла. Ха. Вот тоже клубничка другая. Ой, она прям здесь как-то выделилась, да. Да. Ой, слушайте, ну тут
тоже очень просто было. Ёжа, ты можешь за мной ходить, пожалуйста? Конечно, прости, пожалуйста. Спасибо большое. Вот тут карту помяли немножко иначе. Опа, перевернутый Xbox. А, перевернутый, что бы это ни было. Ну, шарик, похоже, ты. Да, смотрите, какой-то грузовичок или кто-то. Короче, отличается. Так, бантик тоже. А тут будет такая же яичница, как в тот раз. Так, опять двойная яичница? Как так быстро? Где бантик? Вот, Ёши, вот и двойная яичница. О, да, действительно двойная. Да. Подожди! А все, очень быстро проходил, очень быстро все видел, но не теперь. Угу. Вот и тортик я нашла. А, угу. Не пихай меня! Отойди! Отойди! Ты мешаешь смотреть! Тебе что, не интересно? Я всегда любила, знаешь, вот эти вот штуки, где найдите там несколько отличий. О, орёт. Ага. О, кисик. А эти? Что-то жуткие пацаны какие-то, если жуткие честно. Жуткие какие-то. Если честно, у меня уже глаза немножечко болят смотреть на них и выискивать того, который я не вижу. Я пока что тоже. Эх вы. Нашел? Нет, не нажимай, не подходи. Стой. А, я нашла, вот он, ничего себе. Обалдеть, там очки у него. Так, это смотрите. Зельда. А это Леголас, по-моему. Ну ладно. Так, вот такие вот мне тоже не очень нравятся, потому что они какие-то все... А, вот, нашла. Какие-то прям одинаковые. И, если честно, аж глаза начинают немного рябить. Ты так уже прищуриваешься. Особенно, когда ешь, у тебя вентилятором тут еще сбоку ходят. То это, конечно, да. О, уточка с другой грудкой. Это селезень, правда, но неважно. Утиный. А, вот этот, что ли? Вот это помидор уже, Лан. В смысле помидор? Ну, помидор. Ну, в прошлый раз ты яблоко назвала. Ну что, яблоко, помидор, какая разница? Вот собачка перевернутая. Кстати, вот перевернутые иногда бывает сложнее найти, потому что они будто бы такие вот, ну, как будто должны быть здесь, но они перевернутые, потому что они вот не отличаются, как, например, вот эти рыбы-ежи. А тут вот. А вы видите? Да. Я вижу. Я, если честно говоря, зевала, и я не увидела. Так, акулка, вот та добрая, положительная акулка. О, ну тут тоже сразу видно. Позитивная. Так, какой-то подвох тут явно кроется. Может быть, здесь не хватает пары ног? А я думала, что хвостик в другую сторону. Я тоже думала. А, его нет, хвостика. Нет хвостика? Да. О, нет, да. Действительно, блин, страшный какой-то, на медведку похож. О. О, развернули. Да. Кактус. Так, а здесь? Вот знаете, было бы... А, ну тут просто. Было бы классно, если бы просто немножко форма крыла изменилась. То есть не просто брать другой какой-то вот смайлик, а в фотошопе поменять какой-то там кусочек, и тогда было бы вообще капец, наверное, сложно. Ну да. О, вот оно. А вот тут вот как раз-таки в фотошопе, кажется, и убрали огонек. Так, ну тут по-любому должны быть другие цвета. Да, это прям сложно должно быть. Ну, либо одного какого-то не хватать, может быть. Может быть, но я пока что-то... А, нашел. Слышь, ты что такой шустрый? А, я тоже. Да подождите! О, нашла. Нет, не там, где он... Ага. Да, потому что ходит, вот это внимание привлекает. Ой. А как? Это я нажал? А где? Что? Я и нажимала. Извините, пожалуйста. Слышь, сейчас он уйдет, Ульян, сейчас он уйдет. Да жду, я жду. Так кто тебя, блин, знает? А куда ты нажал? Я не понимаю. А, вот. Ладно, тут. Я. Справа. Блин, а что там? Справа. А там. А, ничего себе, да, действительно стерли. Реально ушел, посмотрите, реально ушел. Нет, я рядом, я рядом. Я на следующий просто. О, нашла. А че ж вы так быстро находите? Я себе прям. Ой! Извини, пожалуйста. Чувствую себя аж неловко. Я тут останусь. А, вот оно. Я знала, что что-то с цифрой не так. Ёж, ты сказал, что ты на следующий, а тебя здесь нет. Да, я вот на следующий. Да, ясно, он проходит. Ты можешь каждый раз так говорить. Так, секунду. Подождите, они все одинаковые. Все-все, да не все. Просто развернули. Нет, но они-то одинаковые. Ой, сердечко разбилось чуть-чуть. О, слышь, ты был не на следующий, ты обманул. Ты был через... Это, ну, вот я ж... Ну, вот я на следующий был. Нет, на слишком следующий. Ты не лезь ты вперед, пожалуйста, паровоза. Ты паровоз? Ну, в данном случае, да. Все, я отказываюсь играть в эту игру. Я сейчас куплю себе меч.
Вот это. Нет, пожалуйста. За 299 робоксов. Йоши придется бежать от меня очень быстро. Добавим, так сказать, интерактиву в эту игру. Если я сейчас покупаю меч, догоняю Йоши. Нет. Нет! Нет, точно, не тратить? А ты не знаешь, купила я или нет? Не надо. Может, ты не успел сказать, не надо. Ульян, помогай, я не вижу. А, я вижу. Вот тут. Да. Сейчас будем догонять. Нет, пожалуйста. Мы догоняем уже, догоняем. Нет. О, как хорошо тут идется, да. Ну, тут легко пока что. Тут достаточно легко, и вот этот тоже у нас выделяется определенно. Что, будем драться? Нет, пожалуйста. Точно? Я тебя укусим. Нет. Точно? Будешь убегать еще? Нет, нет. Нет? Или купить все-таки меч? Не надо. Точно? Да. Ну ладно. Так, а где? Подождите, я снова. Сложно, если я нашла, то это сложно. Сейчас я попробую, ладно? Ага. А, или ладно, не буду. Ну ладно, я попробую. Нет, ну это да. А, все, я поняла. Там я поняла, вот это, да. Прикольно. Там не цвет, там большую и маленькую между собой поменяли. Ну, да хватит! Ой, а что я прошла? Блин. Блин, а почему я даже здесь не могу увидеть? А, увидела. Капец, оно все одинаковое. Да. А, ну, оно, да. Просто слишком вот эти вот паттерны какие-то у них. О. Не самые приятные. Рта не хватает. Ага. Подсказка. Жесть. О боже, а прикиньте, тут одной маленькой дырочки не будет хватать у сыра. Ой. А, ну там не хватает. Ладно, но парочки, нормально. Опа, ну просто. Тоже должно быть просто. Вот он. Ну такие, понятно, просто заменяются вот этими эмодзи с одного устройства на другом. То есть они, в принципе, а где? А вот оно. Нормально. Тут то же самое будет, ну тут тоже сразу видно. Тут тоже сразу видно. Тут вообще сразу видно. Угу, просто кто-то было. Стал очень халявить. Мне кажется... Кажется. Чё тут? Вот я теперь не вижу. А там поле, кажется, различается, если не ошибаюсь. Угу, там мячика нет. Вот. Он ушел? Да. Он ушел. Нет, хорошо. Я тут. Да ты вруничка. Да не покупай меч, ну не надо, я рядом, оно очень легкое все тут. Тут не продается меч, к сожалению. Фух. Я бы купила. Это тебе повезло. Ну сейчас первый попавшийся меч, я его покупаю. Мне кажется, тут усов не должно быть, что думаете? Либо... Ну это прям вот направлено. Блин, стилистка. Усы у всех есть. А что не хватает? Может они его развернут? Усы? Да нет, самого. Ну, зеркально вот это вот. А, кстати, а развернуть усы тоже хорошая идея, нет? Да усы-то зеркальные вроде. Куда их развернешь? Ну, типа... Да. Просто чтобы они вверх ногами были. Слушайте, ну это уже сложно. А, я нашла, кажется. Ну, ты можешь проверить. Нет, я вас обманула. А, да? Слушайте, а я не могу найти почему-то. Они какие-то все одинаковые, ты видишь? Серьезно? Так, и я тоже не вижу. Не вижу никого, кто отличается. Ребят, если вы видите... то напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что мы не знаем, наверное, куда идти. Поэтому я думаю, что на этом будем заканчивать. Если хотите, мы вернемся сюда еще, как раз уровни будут посложнее. Ну, а на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующих видео. Всем пока! Пока! Слышь ты. И чё? И куда ты нажал? Я теперь не усну.